Обстановка в зале непривычная. Зрителей нет. Выступление жюри не комментирует. В воздухе висит напряженная тишина. И это напряжение передается участникам. Я должна пройти, обязана пройти, потому что не должна подкачать, как бы подвести тех людей, которые, в общем, надеются на меня, мои друзья, мои коллеги, моя мама. Все, в общем, болеют, дома ждут. Звонила постоянно и тоже переживает, плачет. А что плачет? Не знаю, плачет, потому что знает мою натуру, плаксивую. Ой, лучше сейчас поплачу, чем потом. Это очень мощный завал. Господи, чуть не померла. Ну, столько эмоций, энергии. Но я видела, что понравилось жюри. Слова, конечно, я перепутала. Как я говорила, Шевченко потом скажет, боже мой, что она делает с английским языком. Я думаю, что я пройду по-любому. Ну, по-любому я должна пройти. На самом деле наша фишка в том, что мы всегда разные. И вот в таком образе, очень красивом, гламурном, таких современных молодых девушек мы еще не представали. И поэтому мы хотим удивить жюри в очередной раз. Ну как это обычно бывает, так, очень реально. Чучундры, разошлись, я здесь звезда. Мне сцену еще мыть надо, а вы тут стоите. Ну собственно, ждите и нашу маму Любу на сцене. Наша кроватка делает ше-ше. Я пианино, а ты мой настройщик. Мы так летали, что не заметили твою мать. И она сказала, что ты просто... Очень фальшиво. Вот прям старались фальшиво. Вот прям старались, невозможно. Фальшиве нельзя, по-моему. Зато мы одни такие. Магнитная буря снова сделала ставку на актерскую игру. Но на этом этапе важнее сила голоса и звучание песни. Если даже что-то не получится, то я не буду сильно расстраиваться. Потому что сейчас все впереди. А так, конечно, надеюсь на лучшее. Больше менять не позволю, боль на другую боль. Болю чужому плодов не пожинай. Вещи давно, как было, прошло, сказал. Больше не надо слов, чтобы понять. Дали, дали до луны, дали за любовь медали. Конечно, не так спела, как хотелось бы. Модуляцию пропустила, но вроде нежно. Песня серьезная, но она не раскрылась. Совершенно. Абсолютно. Совершенно. Все монотонно, все очень такое. Вроде очень бы, зажато, вот так плоско-плоско. Оценка судей. Все зависит от нее. Многие дрожат от страха. Волнуюсь очень сильно. Тем более я еще выбрал песню Ерлана Кукеева. Так, как бы двойная ответственность. Просто не представляете, как мне хочется попасть в полуфинал и поехать к своему наставнику. Просто нереальное желание испытываю. В небе проплывают облака высоко, и за ними скрылась вдруг луна. Отчего? Ветер станет стонной от дождя. Танцуешь ты одна. Это, наверное, самый слабый.
одна участник на сегодня. Он казахскую песню очень самым хорошо первым сказал. Был хорош. Вот первую, да. А вот дальше он что-то хуже. А мы все верили, верили, да, верили. Да, я поэтому сегодня хотела дождаться. И все равно я в него верю, потому что он классный. Но он просто не умеет собраться. Единственная песня оказалась из списка, которую я пел в детстве, которую я слушал. Вот, и текст, который я знаю наизусть. Да не с подождем, только мы вдвоем под одни танцуем танком. Да не с подождем, и пока сейчас эта музыка звучит для нас. Мокрые от слез, может от дождя не забыть мне эти глаза. Танец под дождем мне напомнит грусть, играю я осенний блюз. Танец под дождем. Ну вот это серьезно. Молодец. Это уже приятно. Это заявочка слушать. Хорошая. Да. Нет, ну это было не так круто, конечно, как в вашем исполнении, но ну, в вашем исполнении, конечно, что тут говорить. Вот это совершенно новое видение, понимаешь?